В Архангельской области завершилась массовая иммунизация населения против гриппа. Привито более 320 человек. На сегодняшний день заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе находится на неэпидемическом уровне. 7 ноября 1930 года состоялось торжественное открытие обелиска «Север», установленного в честь образования Архангельской, Вологодской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми в единый Северный край. Скульптурное изображение «Помур с северным оленем» высотой 6 метров олицетворяло собой новый освобожденный Север. Обелиск стал эмблемой Севера и по сей день является украшением нашего города. Севастопольская новогодняя игрушка на каждой центральной елке региона России. Конкурс под таким названием организовали общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева совместно с городской администрацией города-героя Севастополя. Одно из особенных требований к новогодней поделке – игрушка в своем содержании должна иметь частичку города Севастополя. После 1 декабря станет известно, какая новогодняя игрушка из Севастополя окажется на ветках архангельской елки. 29 солистов и 17 ансамблей из Архангельской области примут участие в конкурсе народной песни. Конкурс проводится один раз в три года Архангельским музыкальным колледжем при поддержке регионального министерства культуры. С 7 по 9 ноября для одаренных детей Архангельский музыкальный колледж проводит творческую школу «Юные музыканты Поморья». Архангельскую область на Всероссийском конкурсе «Народный участковый» представляет участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Устьянскому району капитан полиции Артем Соловьев. Пока Артем Соловьев занимает 5-е место в списке. До 10 ноября жители Архангельской области смогут поддержать Артема Соловьева в ходе онлайн-голосования на сайте в социальной сети.